Coffee Break. Вітаю в ефірі Coffee Break. Ми знаходимося у кав'ярні «Кафеїн». З вами Юлія Лавренко. Сьогодні гостем нашої програми став голова відкритої Кременчуцької ліги КВК, КВНщик Дмитро Зубов. Привіт, Дімочка. Привіт. Ну, наконец-то, вот удалось нам з тобою встретиться. Ти вічно занят. Я тебе поздравляю з тим, що ти наконец-то ко мені прийшов. Спасибо, очень приятно. Вот давно хотел, вот, ну, все никак не получалось. Отлично выглядишь, я с этого хотел начать. Насколько я знаю, ты раньше занимался редактурой, вот когда открылась твоя лига. Сейчас ты все чаще стал появляться на сцене. Вот тут такое мнение, что бывших КВНщиков не бывает, и я, видя тебя на сцене каждый раз, в этом убеждаюсь. Да, бывших КВНщиков не бывает. И даже когда КВНщики, люди, которые играют в КВН, заканчиваются своей карьерой и больше не возвращаются на сцену, в душе они все равно остаются теми озорными молодыми ребятами. И, ну, во многих вещах все-таки опыт КВН, он им помогает. Ты играешь в сборной Кременчуга, у вас довольно-таки плотный график. Вот расскажи, похвастайся географией игр. Да, ну, в сборной я играю на самом деле недолго, вот только с этого сезона. И график, да, действительно такой очень напряженный. Сейчас мы играем как в России, так и на Украине. То есть, точнее, наоборот, как в Украине, так и в России. Вот мы провели чудесный сезон в Центральной Юго-Западной лиге в городе Курске. Вот, это центральная лига, то есть Александра Маслякова и компании. То есть это, как бы сказать, наша заветная мечта, как бы она состоит в том, чтобы играть в телевизоре когда-то. Только играя в России, можно этого добиться. То есть, к сожалению, из Украины мало ребят, которые играют в Украине, то есть попадают в телевизор. Ты наверняка как КВНщик, как глава лиги, знаешь предысторию каждой команды. И вот сейчас мне интересно все-таки та команда, в которой ты играешь, сборная Кременчуга. Когда она организовалась, вот история команды какая? Ну, сборная Кременчуга – это несколько особенная команда в городе Кременчуг, потому что самая опытная и самая, как бы, успешная команда города. Были команды КВН «Горшок», был «Саботаж», была команда КВН «Как дела». И, то есть, со временем, когда люди, то есть, начали взрослеть, все там сталкиваются с какими-то жизненными, то есть, вопросами, не знаю, семьи, дети, работа, как бы, и... Пока не столкнулся? Нет. Пока нет. Не хочешь свободы делиться ни с кем? Пока что нету чем делиться, поэтому я еще, да, еще пока что в поиске. Вот, ну и вот ребята единственные, то есть, кто из этого трио, некогда тут разрывавших кременчугскую публику, те, которые остались в КВН, это команда КВН «Саботаж». Именно в этих командах по одному, по два человека было, да, были те люди, которые, еще того не подозревая, будут играть в сборную Кременчуга. По одному сокровищу. Бум-бум-бум-ба. Перенесемся на репетицию к самому модному хореографу Украины. Вчерашний урок в правую сторону ножками перебирали, ручка вперед, 3-4. В левую сторону перебирали ножками, ручка вперед, 7-8. А где мой любимчик Паша? Ну что, запомнили? А каждому из нас в детстве на день рождения приходили именно такие родственники. Итак, пойдем встречать гостей. Приехал. Здравствуйте! Здравствуйте! А кто у нас за тобой спрятался? А что-то у нас за бандит? А это наш именинник. Итак, пойди поздоровайся с крестной. А мы с дядей Валерой приготовили тебе подарочек. Вот тебе денежки, купишь себе все, что захочешь. Спасибо вам огромное. Он купит все, что захочет. Джинсы и рубашки.
А что вы без Сережи? Все. Ваня, ты что, ребенок так сильно пыль? Да ты не А если вам дома днем нечем заняться, включайте телевизор и смотрите «Магазин на диване». Всем привет! Это Тимишок, у нас в гостях Бен, который познакомит нас с революционными изобретениями. Привет, Бен! Привет, Тим! Ну, что тут у тебя? А вот что! Ну, не знаю, с виду обычный, но... А на самом деле, мы начинаем Deluxe Fusion 2000! Это невероятно! Давай посмотрим на него в деле! Бананы! Справился даже ребенок? Конечно, потому что это нож не только очень острый, но и абсолютно безопасный! Это не я, это мы! Когда проходят игры именно в Кременчуге, именно открытой Кременчугской лиги, она играет на сцене без тебя. То есть как бы ты входишь в состав сборной, но, насколько я знаю, ты играешь именно на выездных играх. Здесь же, когда проходят игры лиги, ты сидишь в жюри. Немножко разъясним ситуацию, я думаю, зрителям будет интересно, потому что можешь ли ты объективно судить свою команду, в которую ты играешь, и команды приезжие? Ну, просто так как бы сложилось исторически, вот, что организатором лиги КВН «Талант» я стал задолго до того, как начал играть в сборной. Вот, и поэтому от этого никуда не деться. И я считаю, на самом деле, в плане организации Лиги КВН себя хотя бы чуть-чуть профессионалом, и поэтому объективность – это кредо, которое никак не пошатно будет. А когда впервые увлекся КВНом? Вот вспомни свою первую команду, когда это было? Очень интересный такой вопрос. КВН вообще мне нравился всегда. Хотя я ни черта не понимал в этом, но я там сижу, там, то есть смотрю, и когда аплодирую в зал и смеются, я тоже... Это началось с телевизора, то есть ты смотрел игры Маслякова, да? Да, само собой, да. Угу. Первая попытка играть в КВН у меня была в 7 классе. Мы с другом моим, очень близким и одноклассником бывшим, пошли на кастинг в школьную команду. Это была 5-я гимназия. Кастинг был? Да. И команда называлась MTV. По Украине это были первый опыт выездов, там очень все так интересно, вдалеке от дома, и занимаешься чем-то таким творческим, а тебе всего-навсего там 15-16 лет. Ну, очень классно, воспоминания очень замечательные. По моим наблюдениям, у тебя давно появилось такое перманентное любопытство к жизни. Я имею в виду вот эти вот жизненные ситуации с их юмористической стороны. Ты умеешь как-то вот интерпретировать бытовуху, ну я так назову, и перенести эту эмоцию, передать публике. Ты один из немногих в Кременчуге, который вот задержался в КВН надолго, не имея при этом выхода на большое КВНовское пространство публичное. Но тем не менее, тебе это не помешало вот создать лигу, открыть. Это было в 2010 году, вот лига уже существует 4-й сезон. И тогда, чтобы организовать лигу, мы скинулись по 50 гривен с Кириллом, с моим напарником, близким другом и ведущим. Надо было только 100 гривен. Да, вот как оказалось. Сейчас у нас всеукраинская, да, открытая всеукраинская лига КВН «Талант». То есть, если там в первом сезоне, я же говорю, у нас там играло 12 команд, и из них 10 кременчужан, которые первый раз вышли на сцену, и 2 из Комсомольска, школьников, то есть приехало. То в этом году у нас... Я помню, я как раз снимала. У нас было... Да, точно. Да, вот она же, видишь, оттуда эта связка пошла. То сейчас, да, на каждый сезон нам регистрируется порядка 50-60 команд со всей Украины. Вот, и на фестиваль там приезжают очень многие, и ребята очень опытные многие. Вы оплачиваете проезд командам? То есть лига оплачивает проезд, проживание, или как это все? Ну, мы как бы способствуем, вот, в
в каких-то вещах, там, в моменте там, проживания, ищем какие-то варианты наиболее там, выгодные и удобные. Вот. Но начиная со второго сезона у нас как бы есть генеральный спонсор, который предоставляет призовой фонд. То есть, вот оно, в чем это прелесть. Есть мотивирующий фактор для ребят как бы, к нам ездить. Мы же не официальная лига КВН, то есть все лиги они делятся на официальные и неофициальные. Официальные – это те, которые в структуре Маслякова, АМИК, вот. И неофициальные – это все остальные, там, местного, либо там еще какого-то формата, вот. Как достучаться до АМИК? Ну, для того, чтобы хотя бы начать туда стучаться, надо реализовать себя как КВНщика в большом КВНе. Потом уже можно о чем-то говорить. Вот. Сейчас мы находимся пока еще в начале пути. У нас сборная играет на уровне, я считаю, даже очень неплохо по сравнению с теми командами, которые пробились в АМИК. Есть даже очень скучные, на мой взгляд, но тем не менее они почему-то в АМИКе. И вот закрадывается такая мысль, что... Что КВН – это огромный бизнес, и как бы помимо каких-то твоих желаний, помимо твоих возможностей там, актерских и авторских, есть как бы вторая сторона медали – это как бы финансовое сопровождение. Вот. И только команда, у которой этот вопрос более-менее как-то снят с плечей, может успешно играть где-то в телевизоре в том числе. Бум-бум-бум-ба. Присвятити себе КВНу, мабуть, за таким принципом живе цей веселий та кмітливий. Не дарма кажуть, тільки маючи шалене бажання досягти мети, вона з кожним кроком ставатиме ближче. Закохавшись в КВН ще в школі, Дмитро Зубов доклав максимум зусиль, аби створити особисту лігу КВК у Кременчуці. Він об'єднав усіх КВНщиків міста в єдине ціле. Та що там міста? КВНщиків з усієї України. Дмитро створив дружню тусівку, завдяки якій Кременчук став більш яскравим та позитивним. Тоді, у 2010-му, двом студентам, Дімі та його товаришу, аби зробити перший крок до бажаної мрії, знадобився стартовий капітал – 100 гривень. Звучить смішно, однак правда. Тепер уже четвертий рік поспіль у Кременчуці проводяться ігри відкритої ліги КВК, яка збирає команди з усіх куточків України. Завдяки небайдужим до КВНу людям, хлопці потроху втілюють свою мрію у життя. Результати найвищі. Зал МПК завжди збирає КВНівські аншлаги. А ось грати на великій сцені в АМІКу Маслякова – ось найзаповітніша мрія нашого героя та збірної Кременчука. Шлях тернистий, конкуренція чимала, однак легких шляхів для досягнення високих мрій не існує. І нехай на це підуть роки, однак всі ми знаємо, той, хто не здається, врешті-решт стає переможцем. Дуже багато у мене, як би... идей, мыслей и желаний, вот. Но чувствую, что вот только-только сейчас оно начинает как-то вот получаться. Ну, я думаю, что вообще для КВНщика очень важна открытость и вот искренность, потому что этот человек, он выходит на сцену, и он должен шутить, и это должно дойти до публики. А до публики доходит только в том случае, если человек это делает от души. Вот так я считаю. Ну, да, отчасти да, но вообще КВНщики, они в первую очередь люди, как бы все мы индивидуальны, и поэтому бывают примеры, когда человек в обычной жизни, никто бы не подумал, что он там может что-то из себя такого выстрелить, какую-то эмоцию, или как-то что-то очень сильно отыграть, или что-то там вот, написать, что-то очень смешное. А когда доходит до дела, он там показывает себя, да, абсолютно в другом амплуа. Тебе нравится быть на сцене? Вот от чего ты кайфуешь, когда ты на сцене? Ты нравишься сам себе? Я очень самовлюбленный парень. Я очень нравлюсь сам себе и на сцене в том числе. Как бы, ну... Я просто о чем? Я почему это спрашиваю? Потому что, как я тебе уже говорила, экран и сцена – это такой некий наркотик, который вызывает привыкание. И просто надо спуститься на землю и отдавать себе отчет, что это может быть временно. Да, ну я прекрасно себе отдаю отчет, что это может быть не навсегда. Но я считаю, что ну, жизнь, она у нас у всех одна, и надо жить по полной. Пока есть возможность любая, надо ей пользоваться. Я когда стою за кулисами, я там за 3 минуты до выхода, я очень там... Не нахожу себе место, я очень переживаю, но переживаю не за то, что я что-то забуду или что-то сделаю не так, а я просто переживаю за тот результат, который ну, в каждой игре нам ну, необходимо, как бы, который необходимо добиваться. Вот.
И в тот момент, когда нас уже объявляют, у меня какой-то тумблер срабатывает. Я просто выхожу на сцену и просто получаю сумасшедшее удовольствие. На самом деле, ну, вот эти все переживания, страх, он очень мешает. Ну, это не больше страх, это волнение. Просто груз ответственности, и надо как бы отдавать себе отчет, что, то есть, каждая игра – это как последняя. По моим внутренним ощущениям, КВНщик – это тот человек, в котором сочетаются некие противоречия. Ну, например, там, гусарская удаль и в то же время глубина и серьезность. Может ли, ну, собственно, в этом и находчивость? В любом случае, мне кажется, в КВНщике, в каждом заложена какая-то серьезность. Ну, заложена в первую очередь серьезность к своему делу. Потому что, на самом деле, то есть тот КВН, который происходит, допустим, у нас в лиге, это больше как бы хобби, это может быть какое-то там творчество какое-то, и люди не в полной мере еще осознают, ну, не все, но большинство, к чему они стремятся и чего они хотят. Вот. Но когда ты переходишь на новый уровень, то КВН это, ну, становится на какой-то определенный промежуток твоей жизни, это твоя просто работа, к которой надо относиться, ну, то есть очень серьезно, действительно. Призы платят неофициальные лиги, такие как мы, то есть у нас есть призовые фонды. Если ты уже настроен играть в серьезный КВН, то тебе никто ничего не платит, только ты платишь. Там есть взносы и плюс всякие там вещи, связанные с проживанием, проездом, то есть бытовые всякие затраты. Получается, что у шуток есть срок годности, у юмора есть срок годности. Какие сейчас шутки заходят на зал? О чем? Шутка может быть очень смешной там сегодня, а через там 2 года она может быть там не актуальна. Команда, которая приезжает в другой город, вот, в другом городе очень заходят вещи, так называемые внутряки. Да, внутряки. Ну, то есть это заранее как-то узнается? Мониторится, да. Все мониторится, да, интернет – великое дело, то есть все благодаря нему. Да я вообще не представляю жизнь без Википедии. Да. Я в Гугле всегда проверяю, как правильно пишется слово, а потом его использую, бывает даже такое. Не могу тебе в конце программы не задать следующий вопрос. Это вопрос совершенно нормальный, немножко банальный, но тем не менее он имеет место в нашей программе. Итак, если мы уже говорим о КВН Кременчуцком, какие вот планы на будущее в нашей Кременчуцкой лиги и в том числе у сборной Кременчуга? Вообще, если брать очень дальноглядные планы, то по поводу лиги хочу сказать, что нам бы очень хотелось, чтобы когда-то и, ну, мы как организаторы и вместе с лигой, и вот с той командой, которая у нас уже сейчас образовалась, дорасти до того уровня, когда мы будем официальной лигой ТТО МИК. И в этом году, то есть, произошел просто прорыв. То есть было много побед. Также много вот финалов еще у нас грядут в этом сезоне. И, ну, самая для нас как бы основная победа – это вообще первый опыт игр в России. Классно, если ты попадаешь в ту тему, которая смешна абсолютно всем. Это приходит, вот, наверное, с опытом, и чем ты более становишься профессионалом, тем у тебя больше такое получается. Спасибо тебе огромное за интервью, что ты сегодня нашел время на кофе-брейк. Я желаю тебе и командам лиги все-таки процветания и играть, чтобы у вас был плотный график в лигах, лучших лигах не только нашей страны, но и за рубежом. Тебе всегда хорошего настроения. Вот, оставайся таким же позитивчиком. Спасибо тебе, что ты сегодня пришел. Да, спасибо за приглашение, очень понравилось. Класно все было. Спасибо большое. В ефірі була програма «Coffee Break». Сьогодні гостем нашої програми став голова відкритої Кременчуцької ліги КВК Дмитро Зубов. А з вами була Юлія Лавренко. Дивіться нас кожної першої неділі щомісяця о 21-й на телеканалі «Візит». «Coffee Break». Ми знаходимо час на каву. «Coffee Break».